Привет! И это моя новая неделя влогов. Это первая неделя влогов с школы в 2023 году. Типа в 8 классе. Представляете, я уже в 8 классе. Честно говоря, я сама в шоке. Вроде недавно была в первом. А сейчас уже в 8. И я буду учиться с первой смены. У меня сегодня уроки с 8 до 2 где-то. И я уже проснулась в 6 утра, позавтракала, и у нас выключили свет. И я красилась без света, но макияж вроде получился норм. И сейчас мне нужно будет одеваться, и я пойду в школу. Вот, так непривычно. И я вчера же себе купила кроссовочки Campus Adidas, которые я очень себе хотела. И сегодня в школу, первый день учебы, я их одену. Просто посмотрите, какие они красивенькие, такие черненькие, такие просто... Ну вот такой вот у меня сегодня look of the day. Это жилеточка, брюки и белая футболка. И мой рюкзачочек. Котик. Смотрите ко мне. Один. Влог из туалет. Это чья? Это чья? Да похуй ты. Это только свой Карен ищет свою жвачку. Жвачку будешь пугать? У меня была жвачка, но я просрал ее. А, мозаика? Вот цветами надо собирать, цветами. 10. Если вам нравится, пожалуйста, потом делиться будете. Я на телефоне 5%. Я бегу домой, время 14:20. Ровно в 3 у меня репетитор. И потом танцы. Мне нужно сейчас успеть покушать, переодеться, собрать рюкзак и потом идти. Потому что я сейчас, например, вот в такой одежде. Сейчас нужно будет вызвать такси, потому что, мне кажется, я не успею на автобус. Я выгляжу очень-очень классно. Ну, короче, у меня закончился репетитор. Час прошел очень быстро, потому что мы проходили корни, и это такой ужас, и у нас идет дождь, поэтому я в капюшоне. И сейчас мои new кроссовки станут full кроссовки. Вот, короче, я сейчас буду на танцы, я вообще хотела зайти типа кофейню, вот, ну, не знаю, кофейня мне это или нет. У меня еще по идее целый час, что я сейчас буду делать. Так вот, да, девочки мои, я сегодня ела только сырники, два сырника съела, и все. Не знаю, что вам рассказать, у нас, кстати, новая учительница по алгебре в школе, и, честно говоря, она мне так не нравится. Так, сейчас я пойду вот в эту кафешку, я ни разу не была, надеюсь, что мне понравится. Хочу перекусить быстренько. Привет, у нас сейчас будут тренировки, это влог на камере на телефон. Мне так давно не было влогов. Я тоже. Я вчера, кстати, заходила в Сулманию, купила себе патчи, потому что мои закончились.
так их и не открыла. Я помыла голову, кстати, сделала домашку. Надели только алгебру, собрала рюкзак. Сейчас буду выбирать, что завтра одену. Делаю все кудряшки и пойду спать. Так что всем до завтра. Всем привет. Это второй день, это же неделя влогов. Я проснулась. Очень тяжело сегодня проснулась. Вчера было как-то полегче. Вот. Оделась, одела брюки, топик и пиджак. И кудри свои распустила. Ну и все, пошли идти в школу. Берем рюкзачок и шуруем. Я уже вышла со школы. Такой вот у меня аутфитик. И знаете, те, кто учится со второй смены, такие лохи. Я уже не со второй. Мне это так нравится. Короче, идем домой. Так, я сегодня домой пришла в час, и я все помята, потому что я спала. Сегодня вообще не могла проснуться. Проснулась в 6:40. Представляете, я очень... И сегодня у нас было 6 уроков до часу, вчера было 7, и мне нужно делать домашку. Но я не знаю еще расписание на завтра. Нам его всегда скидывают где-то в 7-8 часов вечера, наверное, да? Ну, короче, очень поздно скидывают. Вот, мне надо делать алгебру казахски, выучить там какие-то слова. История, скорее всего, завтра будет, короче... Надо что-то там учить. Время уже 11:30 вроде бы. Завтра просыпаться в 6:00 утра. Ладно. Сделала я домашку, собрала рюкзак и покушала только что. И сейчас я буду смывать макияж. И потом буду ложиться спать. Ну, короче, всем спокойной ночи, до завтра. Итак, сегодня уже 3-й день, как я хожу в школу. И, честно говоря, я уже так устала. Сегодня у меня вот такой лук, рубашка, жилетка, там еще шорты. И я второй день подряд брызгаюсь вот этим мистом, потому что когда я брызгалась вот этим, никому не понравилось. Так что сегодня будем вот этим брызгаться, потому что вчера я брызгалась, вроде норм. И вот такие большие распыления. У меня еще волосы сегодня как-то странно лежат, ну ладно. Вот такой вот у меня лучок. Там фор я написала. Вы можете? Армашка сидит. А пожалуйста. Ты стыдам с этим веником вместе надо. Не побезди. Побежал. Что ты бегаешь? Страшно, что ли? Я в шоке. Что? Он мне ударил, видишь, по козыкам. Что произошло? Арман, ты что, дурак? Привет, это наш новый блог. Мы идем на казахский.
привет. Это наш новый влог. И so cringe. Не осторожно. Выключи. Она сказала, сидите тихо. Я мальчик хорош. Камила всех. Нет, ну Камила, ну нет, ну видишь, мы снимаем. Телефон. Не знаю пароль. Ты знаешь? Нет, не знаю. Я не знаю. Кого? Какая? Мы будем снимать наш новый влог. Давай танцевать ТикТок тренды. Давай намажем тебя. Она прозрачная. Видишь? Видишь? Алан, давай, давай, белый станет. Белый. Прозрачная. Просто. Да просто, ну хорошо увлажняет. Куда я тебе намажу? Видишь, на одну? Тебе насилую со всех сторон. Ну, пожалуйста, не чуть-чуть, а совсем капает. Я совсем не показываю, я слишком популярный личный. У меня на канале, знаешь, сколько подписчиков? Сколько? Сейчас заходим сначала в Урбай интернет, заходим в YouTube. Сейчас там 3 миллиона подписчиков, 3 миллиарда. У меня Камиле телефон. А что дело? Я не знаю. Она в ком... Камилу позови, Камилу позови. Камилу зови, Малика. Помнишь, как Арен упал здесь? Он здесь споткнулся и надо. Ты что, мой телефон забрала? Я думала, уже... Слишком страшно, он меня убил. Не заплатить. Вон, Варина попробовала. Вот такой вот розовенький тортик. Идем. Подожди, тут фенчик нету? Пошли. У нас было в итоге 6 уроков, химии у нас не было. Мы сидели что-то минут 10. Там была... в кладовке какая-то учительница, и мы орали, кричали, бегали, она такая, все, вы меня достали, идите домой. Вот, и мы пошли домой. Я зашла в магаз, так как сегодня у Моли день рождения, и купила тортик вот такой. Свечки еще купила. И сейчас иду домой кушать, я очень голодная. Я пришла домой, и я буду сейчас кушать картошку с курицей и хлеб себе в этом тостере сделала, короче, вот. И потом съем какую-то вот такую штучку, вот. Время уже 4. Сегодня к репетитору не пошла. И мне так странно лежат волосы. У нас сегодня была входная контрольная работа по алгебре. Мне кажется, я ужасно просто написала по алгебре. Ну ладно. Ну, короче, я сейчас буду собираться на танцы. Это подготовочка к дню рождения Моли. У нас, конечно, засунут торт, но пофиг. Пусть я вот так зайду, а вы танцуете, а я буду сидеть такая. Давайте, вставайте. Я тоже хотела укусить, дура. Я его хотела. Ой, ты испачкала. Все хорошо. Дальше. Я уже вышла с флешем, мы с мамой заехали в Олимп, смотрим всякую мыломойку. Ну, мама смотрит, а я выбираю себе скраб. Хочу взять какой-нибудь от кафе Мими, не знаю почему. Вот. И также нужно выбрать шампунь, потому что у нас он заканчивается. Я уже пришла домой с тренировки. Мы с мамой заезжали в Олимп, покупая всякую мыломойку. Я купила себе патчи от прыщей вот такие вот. И хочу их попробовать, потому что у меня вот тут, видите, вылез прыщ. Тут аж 2 листа таких огромных. На одном листе тут такие патчики маленькие, на другом просто гигантские. Я не знаю, для кого такие патчи. Я наклею вот эти вот маленькие, я правда не знаю, как их отклеивать. Вот так отлепить. Вот так прилепить. Ну и, короче, сейчас я пойду делать уроки, потом высушу волосы и сделаю все кудряшки. И скажу вам потом, завтра, как эти патчи сработали. Я еще себе
в магазине взяла масочку с гранатом и пудру новую. Вот и все. Всем привет, сегодня четверг, сегодня вот такой вот look of the day. Моя юбочка, новая рубашечка, кстати, сведена до отрезов этикеточки. И, короче, пошлите. Спасибо, мопед. Да. Нихуя не делаю, зато пятерку получаю. Вот ручка я не могу. Колени еще болят. Всем привет, это наш новый влог. Девочки переодеваются, мы уже переоделись. Как вам мои камни? А где Алина Малика? Они ушли, они придут. Идите, пожалуйста. Сука, понарожает, блядь, асфальт. А, сейчас я Махачку на нем уеду. Он просто огроменный. Не, только не ворви, только не ворви. Хотя бы чуть-чуть посиди. Да не вот так руки сделай, а вот так вниз. Смотрите, вот так возьми, вот так сделай. И застегни верхнюю пуговицу. Дура. По этикету. Надо было сидеть там. Где вы там? Только его не рви вот так. Ну посмотрим, как получится. Да, давайте. Снимали вчера, я еле это вообще очистила. Что? Не догнал. Холодно. Коновалов. Бегает. Бегает. Сабина. Есть. Сабина. Карин. Есть. Ну и у меня мозоли. Какая разница? Я бы Камилу. Ничего. Я люблю Камилу. Я тоже. Хочешь это, блядь? Такой был, короче, меня нахуй. Меня ударил. Я позвонил, говорит, на тракторе приехал. Да. С монтировкой, да, ты блядь. Тоже бухой, блядь. Закончился за, и мы идем на историю. Там все. Я думаю, что это пацан Эльнар Алибекович. Этот, я... Короче, мы делаем такую штучку по геометрии. Посмотрите, какую красоту Валя сделала. В общем-то, мы с Абой вышли со школы. Нас отменили глобальную компетенцию. Я мы хотела... Мы все да, я хотела с ней вообще сбежать, но нам ее отменили, так что вообще супер-пупер. И мы сейчас идем в мотик, чтобы покушать, потому что я очень голодная. Вот. У нас еще, кстати, сегодня физра была на улице, а я была в шортах. Я ужасно замерзла. Мы уже подходим к мотику. Смотри, мы идем в одну ногу. Да. Это будет самую лучшую пасту в нашей жизни. И картошку фри, и лимонад. Прыгай, мы идем. А, да, Сабина! Мы идем к какому-то Сабининому родственнику. Я страшно снова стала. На восьмой этаж. Потому что... Туалет. Стоим с факами. Нажали на каждый этаж. Ух, никого нету. Бедный лифт устал. Да, вот это анпакинг вот такой вот штучки. Это впитывающие повязки на запястье. Это, кстати, самая лучшая вещь, которую я когда-либо покупала. Я, кстати, купила в фикс-прайсе, они такие вот мягенькие. Вот так вот одеваете и умываетесь. Мне кажется, очень полезная штучка. Стоило 500 тенге, там есть разные цвета. Как будто бы реклама, но нет. В общем-то, я уже пришла домой. Делаю всякие уроки, тут собираю рюкзачок. И завтра последний учебный день. Наконец-то первая неделя учебы закончилась. Ну, почти закончилась. Завтра закончится. Я этому так рада, честно говоря. Умылась. Сейчас мыла макияж мицелляркой. И сейчас одеваем вот эти штучки из Fix Price. Попробуем с ними умыться. Чё с них летит? Да и что я могу сказать, эти вещички рабочего характера, всем советую. Тут у меня ничего не мокро. Всем советую. Итак, всем привет, сегодня последний день учебы на этой неделе. Я оделась, одела юбочку, футболочку, пиджачочек, и мы идем.
Я сегодня немножко поспала, так что выезжаю чуть позже. Итак, сейчас мы пойдем куда-то всеми восьми классами. Челлендж будем снимать. Челлендж. Ты меня... Ну прости, ну я сказала случайно, ты начала реветь. Сина! Запусти еще все нормально будет. А еще 999 будет ЖБ. Бля, и что это? Будет. Бля, ну это слишком. Ну это слишком, понятно. А почему не работает? Мы не знаем, он сам. Я пришла домой со школы, у нас сегодня был какой-то типа челлендж, там что-то снимали у нас в школе. Вот, и 8 Б и 8 В отпустили с последних уроков, то есть вот эта вот вся съемка проходила на 4 уроке, и 8 Б и В отпустили. А нас, 8 Г и 8 А, оставили еще на один урок. Типа у нас было всего 6 уроков, а у 8 А было 7 уроков, и их тоже отпустили с последнего урока. А нас, получается, не отпустили ни с какого урока, хотя мы участвовали в этом челлендже. Короче, сейчас я пойду на тренировочку. Кстати, я вчера посмотрела «Мегалодон». Такой классный фильм. Всем советую, кто не смотрел. Наверное, все смотрели, кроме меня. И сегодня я пойду на вторую часть, поэтому я вчера смотрела первую. Вот. После тренировки пойду с родителями в киношку. Вот. Привет! Всем привет! Привет, Лом! Я обратно заходите, ребят, посмотрите, что ты делаешь. В общем-то, я уже пришла с тренировки, одела шортики, черный свитшот, и сейчас мы пойдем в кино на Мэг 2. По-моему, я это уже говорила, но все же. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.